Привет! Чуть-чуть пошатнулась камера. Мы с Зайцем в городе Уфа. Привет, покажите привет, Заяц. Привет, привет. Да, мы сюда приехали по делам. Уедем только завтра. Сегодня, сейчас будем племяшу брать подарок. И еще надо будет купить наушники. Ты тоже обиделся, что ли? Хочу показать осадки, которые у нас навалили. Вот столько снега припорошено. Вот столечко. Вообще очень много снега в этом году. Надо даже посмотреть. Вот. Дорог. Очень-очень много снега в этом году. Первооткрыватель тропинок. Сначала какая-то собачка, а после я. Ну нет, ну вообще не почищено ничего. Я не могу отсюда идти. Я вся в снегу. Ой. А возле дороги идти вообще невозможно. Вчера было холодно. Ну, прохладно так. Я одела с утра валенки, думаю. А сегодня с работы возвращаюсь. Сегодня, по-моему, минус 4 градуса. И тепло. И я не знаю теперь, как быть... Как мне дойти? Неужели я вышла из этого заточения? А, я вся в снегу. Ой, ой, вообще. Главное, что здесь почищено. Ой, неужели я дойду до дома? Ура, ура. Такой солнечный, красивый день. Снега еще больше. Дороги вообще не почищены. Вон там едет Нива еле-еле. Как она проедет? Вот это наш ЗАГС, КСК, культурно-спортивный комплекс. Такие красивые елочки. Очень, ну, мне кажется, тепло, что-то потеплело. А я в шубе, а на улице так тепло. И с нашей улицы вообще никак не выйти, потому что все снегом запорошено. Вообще вчера очень-очень сильно шел. Погода красивая, такое солнце весеннее. Прямо хочется быстрее весны, лето. Быстрее бы лето. Этот аромат лета. Не то, что сейчас. Но сейчас тоже хорошо, работы нет. Но летом все равно намного лучше. Сейчас я иду в магазин. Наш центр закрыли, потому что там находятся горочки. Елочка. И, наверное, боятся, что машины чем-то могут им навредить. Ну и не только из-за этого, а потому что дети там играют и катаются на горке. Наверное, из-за этого. Так вот, выходные вообще никуда идти не хочется, ничего делать не хочется. Хочется лежать, лежать. Но солнце вообще классное. Сразу так лето хочется. Снега вот здесь сколько навалило. Солнце греет. Вообще хорошо. Покажу елочку. Здесь как снег почистили. Здесь вот наш центр. Здесь почищен снег. Вот так вот. Сколько его в этом году? Вообще много. Вот стоит елочка. Там всякие горочки. Прям стихотворно рассказываю. Потому что никак времени сюда выйти не было. Что-то показать тоже не было. Сегодня появился такой момент, потому что я иду в магазин «Магнит». Поэтому нашлось время показать, что тут. Дети катаются. Детям интересно. Солнце теплое, конечно. Как такую погоду не покататься. Здесь написано «С Новым годом». Так вот. Дальше. Елочка. Горочка. Здесь это, получается, как будто бы лабиринт из льда. Здесь спереди сейчас покажу. Лабиринт из льда. Дед Мороз со Снегуркой. Здесь горочка поменьше. И вот здесь большая такая горочка. Ну все, и вот наша елочка.